сегодня есть практика уже в других регионах, когда волонтеры штаба «Мы вместе», волонтеры «Молодой гвардии» занимаются как раз-таки с детками, потому что у нас есть и волонтерские движения, в которых молодые ребята являются педагогами, психологами, и сегодня эти волонтерские движения готовы тоже подключиться. Мы видим, что сегодня в Ростовской области большая армия волонтеров работает, более 5000 со всей страны приехали. И вот как раз-таки они сегодня занимаются с детками, с теми, кто сегодня являются с ограничениями возможности здоровья, такие детки тоже в Российскую Федерацию приехали. Поэтому мы будем смотреть, конечно, опыт других регионов и реализовывать такие мероприятия у нас. И, конечно, мы видим, как в других регионах сегодня, помимо обучения, организуется и досуг таких семей. А многие коммерческие организации выступают благотворителями и также предоставляют билеты в кино, в театр, чтобы сегодня те, кто приезжает в регионы из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они себя чувствовали действительно как дома и могли развлекаться, могли почувствовать, особенно дети, конечно же, не забывать детство и чувствовать себя полноценными гражданами нашей страны.